мы решили провести в Харькове социальный эксперимент, чтобы показать, какие существуют стереотипы по отношению к ВИЧ-инфицированным. Мы знаем три единственно возможных способа передачи ВИЧ. Это через кровь, во время полового акта, а также с молоком матери. Еще мы знаем, что ВИЧ точно не передается во время общения, сожительства или объятий. Так давайте же посмотрим, знают ли об этом другие люди, не побоятся ли обнять человека с этим диагнозом. Сперва мы просто стояли с табличкой «Обними меня». Теперь посмотрим, как люди будут реагировать на такую надпись.